Александр Бастрыкин поручил проверить, как были организованы меры безопасности в колледже Керчи, где студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв. Глава Следственного комитета провел в городе оперативное совещание, посвященное трагедии. Он изучил первые данные и потребовал расследовать, как Рослякову удалось получить разрешение на оружие, изготовить взрывчатку и пронести все это в учебное заведение. Особое внимание следователи должны уделить личности убийцы, его семье и кругу общения, чтобы понять причину агрессии Рослякова. Отдельно предстоит выяснить, насколько плотно общались с ним педагоги и психологи. Напомню, жертвами студента-убийцы стали 20 человек. Более 40 пострадали. Некоторые сейчас в крайне тяжелом состоянии.